Полиция приехала на вызов и вскрыла квартиру пьяного Барри Алибасова. По некоторым данным, Алибасову стало плохо. Полицейские вскрыли дверь в квартиру Барри Каримовича и нашли его пьяным. Ухудшение здоровья продюсера связывают с тем, что он перебрал с алкоголем. Врачи также прибыли в апартаменты знаменитости. Пока что обстоятельства произошедшего выясняются, а представитель Алибасова Вадим Горжанкин никак не комментирует инцидент. 5 дней назад Пресненский суд расторг брак Барри Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса рада, что теперь свободна, так как отношения с продюсером подпортили ей здоровье. Но не только развод опечалил Барри. По решению Троицкого суда, квартира в Новой Москве, которую забрали у Лидии Федосеевой-Шукшиной, заставив подписать ее дарственную, вернулась обратно к владелице. «Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать, справедливость восторжествовала». Впрочем, велика вероятность того, что моцарь и муж Лидии Николаевны Алибасов не отступятся от попыток завладеть квартирой и продолжат пытать свое счастье в апелляции и кассации, делилась адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая-Линик.